Всем привет! Купил пленку такую вот, которую я в прошлом видео всем показывал. Вот эти катушки Свема по 750 метров. Вот, короче, катушки две склеил. Ну, как бы стал, понял, что на нее записывается как бы уже плохо. И смотрю, вон что у меня, как бы думаю, перемотаю. И сейчас выкину на одну маленькую катушку, смотаю. Ну и она, короче, как-то и неровно тоже мотаться пошла. То есть вообще такую пленку не советую покупать. Вот, видите, она сразу вот, у нее магнит с пленки, вот прозрачная пленка. Вот она резко тормознула, как бы. И весь магнит, вот, вот этот слой, весь осыпался. Прям вот, вот что с ней произошло. Так что вот не советую такую пленку покупать. Всем пока.